Высокий уровень эффективности, хорошая переносимость и минимум побочных эффектов. Так себя зарекомендовала вакцина Гамковидвак за довольно непродолжительное время. Из 3100 доз препарата, доставленных в городской округ Чапаевск, осталось освоить чуть более 200. Жители региона стали ответственнее. Число желающих добровольно привиться от новой коронавирусной инфекции ежедневно растет. После первой прививки у меня была температура, но небольшая, 37,8, наверное. Денечек я полежала. В общем-то, кроме температуры, больше никаких побочных явлений не было. После второй прививки я вообще просто ничего не понимала. Ну, прививка и прививка. То есть я привелась и пошла на работу. У меня родители очень сильно болели, но до больницы дело не дошло, в октябре не переболели. И мне отец тогда сказал, дожили до прививки, делайте прививку. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 170 тысяч жителей региона. Свыше 114 тысяч ввели повторный компонент вакцины и таким образом полностью завершили вакцинацию. В первую очередь прививаются работающие граждане, лица с хроническими заболеваниями и жители области старше 60 лет. Вакцинация населения проходит под тщательным контролем и дальнейшим наблюдением врачей. По нашим наблюдениям, крайне незначительное число каких-то побочных эффектов, как правило, выражающиеся в незначительном повышении температуры до 37 с небольшим градусов, который быстро купируется. Привито уже практически 2900 человек у нас в городе. Никаких случаев осложнений, выраженной непереносимости вакцины у нас не зарегистрировано. В Самарской области работает 145 прививочных кабинетов. Записаться на вакцинацию можно через сайт госуслуг по номеру горячей линии 122, либо позвонить в поликлинику по месту жительства и оставить заявку. Ольга Павлова, События.